На часах 00. Я не старше на год, ты пришел мой день. А значит, надо бы собрать друзей. Ты думаешь, это была хорошая идея позвать гостей в 12 ночи? Ну, а когда их еще звать? Ну, не днем же. О, пришли. Но все-таки, что за праздник? Я не понимаю. Ай, сейчас все узнаешь. Привет! С днем рождения! Да какой он? Да у меня сегодня не день рождения. У меня сегодня день костюма. В смысле? То есть ты отмечаешь день, когда купил этот костюм? Конечно. Я его уже 30 лет не меняю. Знакомься, племянник, это моя одноклассница Семен. А я тебе футбольную форму подарила. Во-первых, я не люблю футбол. Во-вторых, почему этот костюм сливается с моим цветом кожи? А в-третьих, оп, какого хрена ты взяла размер побольше? Ну так тебе нравится? Ну когда уже остальные придут, я не знаю. Жрать. Всем здравствуйте. Ну наконец-то, Димыч. А я у тебя уже заждался. Ты, получается, сын Макарича? Нет, я не сын, я племянник. Да ты чё, Димыч? Да у этого Макарича никогда не будет жены. Он никакой девушке не может понравиться. Бомжам слова не давали. А? Ой, я. Калыч, ты как всегда в своем репертуаре. А что у тебя за волосы такие женские? А что, мне не идет? Мне кажется, очень красиво. Давайте все на счет три. Раз, два, три. С днем рождения, костюм! С днем рождения, костюм! С днем рождения, с днем рождения! Племянник, уступи место. Так все же сидят. А ладно, а Петя? Я, пожалуй, тоже постою. Так, мое фирменное блюдо. Машинное масло и сэндвич со слаймом. Спасибо, я дома наелся. Ка, все, не съедите, из-за стола не выйдете. А я пока буду рассказывать анекдоты. Итак, история первая. Однажды я пошел купаться в болото и забыл снять костюм. И поэтому мне пришлось целую неделю сидеть дома, потому что я стирал этот костюм. А выйти из дома в другом костюме я просто не мог. А еще эти штаны были изначально фиолетовыми. Но однако я плавал в болоте долго, и они окрасились вот в этот цвет. А можно я еще расскажу одну историю про костюм Макарыча? Ну, конечно, Семен, конечно. Однажды, когда мы гуляли с... Макарычем, он полез на детскую площадку, где порвал свои штаны на пятой точке. Это было на горке. И, кстати, не только штаны. После этого он сменил свой костюм. Как ты смела рассказать эту историю? Представляю вам свое новое оружие. Томатолет. Пусочек туможет. Подвинься, жирная, я не могу влезть. Что? Дурак, я томаты ненавижу. Я не понял, почему здесь так грязно? Я не знаю, но я лучше пойду домой.
Я тоже. Пока, Макарыч. Эй, сами разбросали и не убирайте. А я, пожалуй, останусь. Блин, идите вы все нафиг. Всего вам плохого. Хоть здесь покой. Племянник, выходи. Убирай, что там в зале. Томаты. Откуда они вообще? Если не уберешь через 5 минут, то будешь спать с Петей.